Штрафы не подействовали. Сотрудники полиции отправились с проверкой по знакомым адресам и снова обнаружили нарушения при продаже спиртного. Сигнал поступил от местных жителей. Факт незаконной реализации алкоголя подтвердился в павильоне в промышленном районе Самары на улице Зои Космодемьянской. Крепкие напитки продавали без разрешительной документации. В итоге из незаконного оборота изъято более 200 литров продукции на сумму свыше 41 тысячи рублей. Торговая точка в криминальной сводке за это лето попадает уже во второй раз. Только в июле за аналогичные нарушения владелец магазина привлекался к административной ответственности. Теперь ему снова грозит штраф. Похожая ситуация в заведении общепита на Революционной. Разрешения на продажу алкоголя нет, а весь ассортимент в наличии. Нарушают тут тоже не в первый раз. В отношении виновных лиц также составлены протоколы. Более 50 литров спиртного изъято, а сама торговая точка закрыта. Данное помещение, значит, у нас закрыто. Сейчас в ходе беседы с гражданами, то есть жалоб никаких не поступает. Будем дальше контролировать данный объект. В случае открытия данного объекта, то есть будем пресекать данную деятельность. В настоящий момент данный объект закрыт. Договор аренды данного помещения с предпринимателем закончился. В данном помещении осуществлялась реализация алкогольной продукции на разлив, то есть площади, подпадающие под закон Самарской области, менее 50 метров.